Добрый день, товарищи. Этот рояль я уже показывал неоднократно. Это восстановленный рояль Steinway Sons, который восстановили в Польше. Вот тут написано двойная репетиция. Вот. Это рояль один из первых таких. Ему больше, чем 100 лет. Я его уже однажды демонстрировал. Модель А. И сделал он в Нью-Йорке. Реставрация совершена полностью. Надо обратить внимание, какая дека. Штек. Тут все новое. Штек новый. Дека, правда, старая. Ну вот. Ее зарели. Ну так ее зарели, что вы даже не найдете, где находятся рейки. Все это отбелено. Полностью новая механика, молотки. Струны, колки, вот выглядит он прекрасно. Вот, но самое главное, он звучит. И вот я сейчас попрошу своего коллегу, чтобы он меня заснял на этом рояле, как я играю. Я, правда, в рабочей одежде, прошу не обращать на это внимания, но хотел бы, чтобы вы посмотрели, как делают в Польше вот эти стендеры. Я бы еще раз хочу подчеркнуть, что подобного уровня реставрации делают во всей Европе только в Польше, больше нигде. Потому что, ну, вы знаете, они получают это сертификат от самого остального. Я пойду вокруг, покажу вам издали, как он выглядит. Полиэфир сделан, смотрится он, конечно, прекрасно. Имейте в виду. И, кстати говоря, стоит недорого. Я вам говорю, он стоит раза в два дешевле, чем в других странах.